Я знал, что ты нас не подведешь, а ведь даже Аркей сомневался. Между нами, он, наверное, удивился, что у тебя все получилось. Но только не я. Я все знал наверняка. Я как-то перебил 30 вампиров голыми руками. Спроси Аркея, он подтвердит. Я тут изучал тома, оставшиеся в крепости. Очень много интересного. Похоже, в былые времена у Стражи Рассвета были забавные игрушки. Мы с Аркеем считаем, что они нам могут пригодиться. Так что попробуй добыть их. Волшебный щит. Отражая удар, он окружает владельца аурой святости, уничтожающей нежить. Может пригодиться. Да, повелитель. Ну что, сказать ему? Фалмеры, если я правильно понял Аркея. Ничего такого, с чем ты не справишься. Ступай со светом.
Пусть новый бой принесет тебе победу, друг. Аркей уже много лет оберегает меня, но он говорит, что в тебе еще не слишком уверен. Ты знаешь больше меня самого. Аркей, правда, нас обоих заткнет за пояс, но он не хочет делиться секретами. Молодец! У меня не было сомнений в твоей победе, а вот Аркей не был так уверен. Владей на здоровье! Благослови тебя, Аркей!